Эти мальчишки умеют не только ходить строевым шагом. На сборах гвардеец они показали, что кроме военно-прикладных дисциплин, им покоряются и спортивные. И лучших, естественно, ждали награды. Среди них и представители нашего региона. Самым успешным видом соревнований для пензенцев стала стрельба из пневматической винтовки. Сборная Сурского края заняла второе общекомандное место. Ну а главной звездой турнира стал Руслан Мамедов из Башмакова. Он набрал наивысшую сумму баллов и стал лучшим снайпером. Я дома практикуюсь тоже. Стреляю своей пневматической винтовки, вот. Ну, повезло, наверное. Я ловил ветер, там был у нас ветер, ждал, пока утихнет. Вот, целился, задерживал дыхание, но и стрелял, ничего сложного. Всего в программу сборов гвардеец вошли соревнования по 7 видам спорта. Кроме стрельбы, это футбол, баскетбол, волейбол, пейнтбол, спортивное ориентирование и дартс. Больше всех побед одержали ребята из Саратовской области. Они оказались первыми в двух видах программы. Молодые люди, прошедшие эти сборы, принимающие участие в различных соревнованиях, они доказали, что невозможное возможно. На смену сейчас военнослужащим придут в перспективе молодые люди, которые прошли эти сборы. Конечно, погружение в войсковые условия, погружение в условия, приближенные к военным, наверное, дают возможность ребятам оценить свои силы и принять какое-то правильное решение, в том числе по своей будущей профессии. Кстати, наградили не только юных спортсменов, отметили также военнослужащих, которые на протяжении этих дней работали с участниками сборов.